Равноправия. Вот чего. Я не против. Равноправие и магазин. Сорвешь себе палец, ноготь на палец, то потом обыкновенно этим пальцем за все задеваешь. Еврей — это палец без ногтя. Когда живешь от погрома до погрома, тут не до музыки. Тогда пойдем купаться. Когда они толкают друг друга, они извиняются. А когда они толкают меня, они ждут, чтобы я извинился. Извиняюсь, господин Розенштейн. Thank you.
Произошел погром. Незначительно пострадала окраина города. Мерами полиции погром своевременно прекращен. Убитых 15, есть раненые. Надо верить лично ваши погромы. Больше погромы, верить лично погром. Пароход в Америку отошел. Лёва, брось ты об Америке думать. В Америке городовые евреи. Ты читал книжку «Пауки и мухи»? Так почитай. Там доказано, что не городовых нужно менять, а строй. Ты думаешь, мне легче, что я работаю сейчас у Розенштейна, а не у Попова? Слушай, Моня, ты меня не агитируй. У меня и так сегодня целый день неприятный. Вашу барышню я проверил.
Опять ко мне занесли, я поправлюсь. Здравствуйте. Спасибо, спасибо. Дорогой, дорогой Лёва. Деловое дело приятное. Я уже делегатский участник. Гражданин. Барышня. Давайте же скажем. Дорогой Лёва, дела мои приятны, я уже американский гражданин, а Роза совсем барышня. Пожелаю тебе шиф-карту, приезжай к нам в Америку, твой дядя Исаак Грибо. Я, кажется, уеду в Америку. Вы уже 2 года в Америку едете. Я вам говорю, надо уезжать в Америку.
севера. Американские Соединенные Штаты, Где здесь выдаются документы на отъезд в Америку? Год рождения? 1892. По коридору вторая дверь направо. Севера. Американские Соединенные Штаты. Вы тоже едете в Америку? Нет. Это вы тоже призываетесь. Порог сердца. Что? Порог сердца 400. Ну что ж, и на фронте люди живут. Живут, но недолго. Негоден. Годен. Его императорскому величеству, его императорскому величеству, моему истинному и природному, всемилостивому великому государю, императору Николаю Александровичу, поддержащему российскому и законному его императорскому величеству. Ты что, слесарь? Так точно, господин фельдфебель. В оружейную мастерскую. Разрешите доложить, господин фельдфебель. Я не умею с оружием обращаться. Не умеешь? Никак нет. Сумеешь! Под винтовку! Ух ты! Обоих! Бежим. Поймает на фронт, пошли. И так пошлют. Thank you.
Ты куда? Я в Тульскую губернию. Там конопля высока. А я в североамериканские Соединенные Штаты. Дай ему мои старые штаны. Я ему сейчас... Нет, возьми лодку, выезжай, перевернись, пароход в Америку подберет. Да. Ну, а штаны так пускай за вами и будут. Иногда случается, подбирают. Моя карта. Крепкий. Просушить его. Эх, Родина! Североамериканские Соединенные Штаты. Америка. Ah!
Вы не знаете, где здесь живет мистер Исаак Горизонт? Лёва! Ты приехал? Как ты долго ехал? У меня нет уж мастерской. Я старый, мне трудно найти работу. Я привез 50 долларов, и мы завоюем свое счастье. Но какая это хорошая страна! Да-да. Ты хорошо сделал, что приехал. Ты молодой, Лёва. Помни, в Америке все нужно уметь. Потом нужно бриться, улыбаться и носить воротнички. Роза, отдай ему мои воротнички. Он принес нам счастье. Идите к Равину, он вас устроит на работу. Дорогой мой, нехорошо выпирать пот, купленное хозяином время. Будет вам завидовать, Ребе. Горю моему он будет завидовать. Не прибедняйтесь, Ребе. Вы направляете ко мне рабочего,
и получаете с него доллар. Я увольняю через 3 дня рабочего. Вы направляете ко мне 2-го и получаете 2-й доллар. А 1-го направляете на другое место и получаете 3-й доллар. Оборот быстрый. И никаких затрат. Ну а слезы? Они проработают у вас 3 дня, а потом плачут. Им меня не жалко. Они так плачут, как будто бы у меня нет сердца. И не хотят платить 3-й доллар. Кен, увольте 3 последних. Один из них очень уж мирный парень, хозяин. Даже свистит в нашей вонище. А что ж, оставьте его еще на неделю. У меня тоже есть сердце. Довольный рабочий – это неплохо, если недорого. Рози, я нашел здесь родину. А если бы вы захотели... Милый Лева, ваши цветы пахнут гнилыми кишками. Помойте руки. Войдите. Здравствуйте, мистер Смит. А не пойти ли нам в лунопарк? Лёва, посиди со мной.
Ты видишь, как хорошо у нас в Америке. Вот этот, Смит, он тоже нуждался в работе. А теперь каждый день носит розы фиалки. Вот этот Томас, он так же, как ты, приехал в Америку без воротничка. А теперь жена его имеет рояль и учит играть. И играет, может быть, Шопен. Все-таки это очень хорошая страна. Но мне кажется, надоело по ней ходить без работы. В такой машине такая рожа. Не в деньгах счастье. Ну что ж, пойдем выпьем.
Слушайте, Смит, если бы на вашем заводе произошла забастовка, вы бы приняли в ней участие? А вы? Я почти 2 года ехал в Америку. Я хочу найти здесь родину, место, где я был бы равноправным. А лишние 50 центов меня сейчас не интересуют. Знаете, Горизонт, я вам найду хорошую работу. Ты знаешь, Лёва, она непременно сегодня вернется. Нет, не говори. У меня предчувствие. Я даже 3-ю тарелку поставил. Вы меня ждали? Ты знаешь, меня за забастовку погнали с завода. Мне обещают работу на вашем заводе. Ну что ж, буду бороться и на новом месте с этими акулами.
А может быть, они и не такие акулы? Суп стынет. У нас такие смутьяны есть, ты с ними не связывайся. Итальянец такой, Джузеппе, ирландец Дейлин и два американца. Я их тебе покажу, чтоб ты от них подальше держал. Неужели у тебя нет ненависти к этим людям, которые лишают нас крова, крадут наших девушек? Судьбу Рози. Помнишь? Бомба, адская машина. Джузеппе! Бомба! Ваши работы. Ребята, мы никогда террором не были! Дайни! Маккинар, Гринсби. Thank you.
Сегодня, дядя, сходка по поводу событий. Я думаю, бороться надо иначе. Года полтора тому назад, я бы сказал, совсем не надо бороться. Я не знаю, идти ли. Но мне кажется, они сделают из меня революционера. Я пойду. Я опоздал? Ты хорошо сделал, что опоздал. Все арестованы. Да, это тебе не рави. Какая большая контора. Алло, телефон. $20. Алло. Да. Слушаю. Будет исполнено. Прошу вас войти.
Мы знаем, что произошло на заводе. Список, представленный вами, казался верным. В дальнейшем ваш труд будет оплачиваться по справедливым ставкам. Но методы вашей работы, повторить, вы нуждаетесь в инструктаже. Знаете ли вы, что у вас в России произошла революция, и у власти социалисты? Умеренные, правда, но в теперешней обстановке и нам приходится работать методами умеренного социализма, который является лучшим средством по владению рабочим движением. Ваши условия? Я нахожусь в сыскном агентстве Пинкертона. Вы находитесь в агентстве Дэна. Бомба была вашей работой. Работа с бомбами не будет входить в вашу компетенцию. Вы будете работать как умеренный социалист. Я не позволю! А я сообщу на заводе, кто составил список. Я не позволю. Дайте мне подумать. Это будет хороший работник. Он даже красноречив. Мистер Смит, имейте в виду, что вы сами никогда не будете хорошим работником. Он не годится для нас. Да. 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 Да-да. Горизонт. Горизонт. Я работал на заводе, на котором вчера обнаружена бомба. Говорите коротко. Я вам тоже... Уложите. Да, я хотел вас... Мы на служебном приеме. Вы иностранец? Вас зовут Горизонт. Провокация! Американское свободное государство! Североамериканское... Мы не любим, когда вмешиваются в наши дела. Вы имеете время до вечера. Уезжайте из нашего штата, если не хотите быть арестованы. Эй! Ты не пытайся проникнуть на завод.
Ваш дядя не был ни настоящим евреем, ни настоящим американцем. Но вы, быть может, все-таки еврей. Я повторяю вам, у вас есть 2 минуты. Уходите отсюда, пока вы не арестованы. Но где дядя? Он получил вот эту записку. Милый папа, не ходите под нашими окнами. Моя прислуга смеется. Я все равно не вернусь. К вам никогда. Да. Я теперь иначе живу и иначе кушаю. И потом мне все равно нельзя вернуться. Так что вы не ходите. И потом, папа, я больна, но я вылечу. И я переменила хозяина. Вы мне очень мешаете, что ходите. Под окнами, Рози. А потом его увезли. Хотя девочка счастлива. Куда? В больницу. Но это напрасно. Он уже совсем мертв. Повесился. Глупый вы человек. Разве вы не слышите, что пахнет газом? А вы, молодой человек, идите в армию. Это хорошее место для разбитых сердец. Здесь не спят, молодец, не спят. В Америке городовые евреи. Год рождения? 1892. По коридору вторая дверь направо. Североамериканские Соединенные Штаты.
Штаты. А что вы думаете о русских большевиках, мистер Гризон? Я не думаю. Я вспоминаю о столбе за окопами, у которого расстреливают тех, которые думают. Слышали, мальчики? Нас перебрасывают. Куда? Интересно. Не интересно. Наверное, подлое дело. Очень хороший паёк. Слушайте, Кларк, вы все знаете. Зачем нас набрали из разных частей? И куда нас везут со всем этим сбродом? Участвовал. Я был рабочим и никогда не был предателем. А я, кажется, был предателем. Слушайте, Кларк, расскажите мне еще о большевиках. Вы пришли охранить вас от разбоя большевиков. Охранить святые права собственности. Большевиков, которые оскверняют ваши церкви. Мы пришли спасти вас от голода. А вы агитаторов прячьте, сволочь! Село спалю!
землю, блядь, закопаю! Истинным Богом говорю, село свалю! Кто-нибудь из вас по-латыни не говорит? Ну, я не говорю. Я по-русски говорю. Свой, православный. Еврей. Из жидов, значит. Ну что ж, на нас работаешь. Ты своим переведи. Вас сюда пустили, потому что вы для нас теперь не люди, а ангелы. Для вас и молитвы есть. Вы здесь располагаетесь. А если бабы придут, так вы уж в притворе. Храм все-таки. А вино можно. Оно через огонь добывается. Чистое. Ты скажи начальству, кузнец народ баламутит. Благословил бы я тебя, чадо, что ты с нашими спасителями. Да и жидов ты. Ну, раввин за тебя помолится. Может, и это помогает. Да. Ты прежде послушай. Мы понимаем. Царь плох. Ну, положим, большевики плохи. А Америка-то хороша? Работа есть? Оправлять, что ли? Дома 40-этажные. Есть их 50. А нам на что? Америка... Америка страна большая. Живут в ней одни плохо, другие хорошо. Рабочий, когда постареет, работы не имеет. А дома 50-этажные. Земля дорогая. Есть фермы. На них машины. На машинах долги. А в полиции бьют? Тот, кого в полиции бьют, тот уже не рассказывает. Шутим. Он говорит, что шутит.
Марш вперед, труба зовет, черные гусары. Саша, куда мы шкандываем и за что служим? Бедному гусаре, замолвите слово. Ваша муж не пускает меня на постой, но женское сердце нежнее мужского. И жалится, может, оно надо мной. А служим мы за амуницию. Шинель канадскую приятно надеть. Пуговица, так пуговица. Шов, так шов. А молоко, так молоко. Мундир английской, погон российской, табак японской, правитель омской, эх, шарабан мой, американка. Дураки, объявление повесили. Голодранцы уедут. Ну и черт с ними. Все уедут. Может, лавочник останется. А придут к красным, возьмут винтовки. Мужик винтовки не возьмет. У нас не возьмет. Труба зовет черные гусары. Марш вперед, смерть нас ждет, наливайте чай. Пойдем. Куда? В лесок, пулеметами встретим. Иди сюда, ребята!
Американский броневик по белякам! Кроги! Митя! Сбил! Пулеметчика ихнего сбил! Не умирай, Митя! Не умирай, говорю! Наших! Наших на броневик подбираю! Все перешли и с броневиком. Так вы и есть большевики? А мы вот к вам пришли с машиной. Люди с боя. Приветствую вас, товарищи. От всей души. Садить чай пить. Только, товарищи, чай у нас березовый. Завтра бой, товарищи. Переведи-ка своим, кто знает американские пулеметы. Ты с машиной. Ты скажи, пройдет она по дороге сейчас? Нет, ты только подумай. Пройти она должна. Спать, спать, товарищи, я тут посижу. Утром митинг. Расскажи нашим про Америку. Для нас чужой земли нет. Ударник! Вон видите, какой я паровоз веду.
Я нашел свою родину, Мозер. Только не там, не в Америке, куда я поехал в ваших старых штанах. Так вы не забыли мои старые штаны? Ах, доброе старое время! А та девушка, за которой вы ухаживали тогда, моя жена теперь. Так случилось. Она все жалуется, что я стал таким болтливым. Но я недоволен, Лев Абрамович. Я, конечно, тоже хотел родины, но с магазином. А эта родина, она мне какая-то большая и чужак. Слушайте! 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 Теперь я сам бы взял у вас старые штаны. Если бы подумал, что они могут помочь мне уехать в Америку. Слушайте! Слушайте! Вы мне не отвечаете? Нет, не отвечаю. И дети мои не хотят со мной говорить.